Переходим к другим новостям выпуска. Загорелся во второй раз. 19 июля около 8 часов вечера произошло возгорание строительного мусора на Сенном рынке. На место ЧП прибыли несколько пожарных расчетов, а также сотрудники полиции, которые оцепили опасную зону. Пожар удалось локализовать почти сразу. Обошлось без пострадавших. В настоящее время по факту возгорания проводится проверка. По одной из версий, причиной пожара могла стать искра от болгарки при демонтаже металлических перекрытий. Когда нет закрытой территории, когда не обеспечена закрытая территория, то возможно все что угодно. Да все. Или это неисправная электропроводка, которая осталась после первого пожара. А с учетом такого высокого температуры, это может быть стекло. Оно может отлучаться работать как фактически увеличительное стекло. Мы знаем, как это происходит. И много других факторов.